Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю на зиму салат кубанский. Это овощной салат из капусты, морковки, сладкого болгарского перца, огурчиков и помидоров. Салат получается пикантным, овощи не перевариваются в кашу, капуста остается упругой, и этот салатик станет неплохой закуской к основному блюду зимой. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. У огурцов отрезаю кончики и нарезаю огурчики кружочками толщиной примерно 3 мм. Для салата я взяла 700 граммов огурцов. У болгарского перца отрезаю стенки. Серединку с семечками выбрасываю, а стенки нарезаю соломкой. Перца у меня было 700 граммов. Помидоры пока просто разрезаю на части, удалив плодоножку. Помидоров беру 1,5 кг. Капусту шинкую тонкой, не очень длинной соломкой. Кочан у меня весом 2 кг. Для этого салата молодая капуста не подойдет, нужна средняя или поздняя. 600 граммов моркови натираю на терке для корейской морковки, чтобы получилась тонкая соломка. Лук нарезаю полукольцами. Лука здесь 350 граммов. Помидоры прокручиваю в блендере, чтобы получить пюре. Можно пропустить их через мясорубку. Складываю все овощи в одну большую кастрюлю. Для этого количества я взяла кастрюлю емкостью 9 литров. Чтобы хорошо перемешать такое количество овощей, я поступаю самым простым и беспроигрышным способом. Перемешиваю руками. В конце вливаю томатное пюре. 350 мл растительного масла. И насыпаю 60 граммов соли и 150 граммов сахара. Еще немного перемешиваю, теперь уже ложкой. И отставляю в сторону на час, чтобы овощи немного помариновались и дали сок. Через час водружаю кастрюлю на плиту. У меня образовалось довольно много сока. И можно не бояться, что смесь подгорит, поэтому включаю большой огонь. Периодически помешивая, довожу овощи до кипения. Вливаю 240 мл 9% уксуса, опять перемешиваю. Сейчас это делать уже легче, так как овощи дали много сока и стали мягче. Закрываю крышкой и готовлю в течение 15 минут на среднем огне. После чего обязательно пробую салат на вкус и при необходимости корректирую, добавляя соль или сахар. Снимаю с плиты и раскладываю по стерильным банкам. Раскладывая, смотрю, чтобы в каждую баночку равномерно положить и овощную гущу, и овощной сок. Закатываю прокипяченными крышками. Переворачиваю вверх дном и остужаю в таком положении. Всего у меня получилось 4 литра салата кубанский, 3,5 литра я закатала на зиму, а 500 граммов оставила, чтобы попробовать сейчас. Если вам покажется, что уксуса в салате слишком много, то хочу обратить ваше внимание, что капуста у меня немного хрустит. Я не тушила ее до состояния тряпочки, поэтому такое количество уксуса оправдано, чтобы салат не взлетел через некоторое время. Салатик вкусный, ядреный и как вариант овощного салата на зиму очень неплох.
А более подробно, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на YouTube, на Рутуб и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!